Привет, друзья! С вами Дарика. Сегодня приготовим курочку в сливочно-томатном соусе. И вот какие продукты нам понадобятся для приготовления. Вот такая аппетитная, очень нежная, сочная, вкусная, с насыщенным сливочно-томатным соусом курочка у нас сегодня получилась. Обязательно попробуйте приготовить, а еще подписывайтесь на мой канал, оценивайте видео и пишите комментарии. До новых вкусных встреч, друзья!